День влюбленных на носу, хочется порадовать свою вторую половинку, но обычными бумажными валентинками уже никого не удивишь. Поэтому мы сегодня пришли в гипермаркет с одной целью – найти романтичный, но практичный подарок. И первое, на что упал наш взгляд, это вот такие банные наборы. Посмотрите на этот кофр, он уже в принципе похож на валентинку в виде красного сердечка. Кстати, его потом можно будет с собой брать в совместные путешествия. В нем моча, ароматические масла, бомбочка для ванны и мыло. Идем вдоль полок в гипермаркете, и в голове уже сложилась идея для свидания. После банных процедур можно вытереться мягким банным полотенцем, а потом укутаться в уютный теплый плед. И цвет этого пледа, и цвет этого полотенца, ну, однозначно настраивает на романтический лад. Еще одна идея романтического подарка – это парные носочки. Для нее носки с поцелуями, а для него с перчиками, с зайчиками и супергероями. Дарите такие носки и говорите: «Ты мой супермен». И носки для влюбленных пар с чувством юмора, с надписью «А я говорила». День влюбленных пройдет на смарку, если не устроит романтический ужин. И тут снова все для него готово. Тарелки в виде сердечек, пиалки с признанием в любви, чашек – огромный выбор. Хотите нежно-белую, хотите страстно-красную, хотите вот такую зефирную парочку. И есть тут даже уже сразу готовые упакованные наборы. Специалисты по семейным отношениям доказали, если хотите сохранить любовь, нужно регулярно ходить на свидания и обязательно их планировать. Так вот, для свиданий здесь есть вот такие романтические термосы. Наливайте в них горячий чаек или кофе и здорово проводите время друг с другом.